Сегодня 25-е. Опять кто-то пришел. Какая-то полиция или милиция этот. Дождь идет, кого-то принесло опять. Пошли трое. Ходят по домам, что-то ищут. Закрыто. Вот кто такие? Был бы кто-то дома, можно было выйти. А как выходить-то? Еще не знаешь. Кто такие? Это трое, там один в стороне стоит. Да. Там какая-то полиция или кто, никому не открывай, непонятно. Ходят мужики, везде в окна заглядывают. Сиди, замри, молись. Подходят.
уходят и возвращаются. Который раз уже. Значит, что-то очень нужное. Набирает номер, звонит. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто такие, откуда? Ну, мы от папаши. Не понял. Какой бабмаша? Не знаем таких. А что вам нужно? Ну, хотели с вами поговорить. С кем с вами? Ну, вот нам сказали по этому адресу подойти, вот мы хотели с вами переговорить. Ну, кто сказал, по какому адресу? Ну, сюда, на Ползунова, 6. Ну, кого вам нужно-то? Кого посылают? Кто? Назовитесь, кто вы такие? Меня зовут Иван. Ну, вы понимаете, что... Пришли на Ползунова, 6А, и вот мы хотели бы с вами переговорить. С кем с вами? Ну, я не знаю, что вы нам сюда сказали прийти. Ну, никого тут нету для вас. Баба Маша послала, какие-то люди. Открыли калитку. Баба Маша. В окно заглядывает. Который раз уже подходит к дверям. Дождик идет. Совершенно непонятные люди. Думал, полиция. Нет, просто люди. Что-то смеется. Даже фамилию не может назвать, кого ищет. На Ползунова, 6.
Калитку не закрыли, пошли. Вернулся закрыть. Это уже хорошо. Один в одну сторону пошел, те двое в другую сторону. Вот такие, брат, дела. Не забывай, тетя Маша, баба Маша. Сейчас 10 часов 18 минут. В 10:18 утра они отошли. Пошли дальше, что-то ищут. Спаси, Господи, и помилуй. Вот снова возвратились. Что-то ищут. Явно, что что-то ищут. Интересно, с какой настойчивостью. Вот они трое. Какая-то задача стоит у них. Звонят иногда и ничего не знает, кому пришли, кто, ни себя называют, ничего. Сосед прошел, посмотрел в калитку. Опять заходят. Двое зашли, и третий зашел. Да. Здравствуйте. А зачем он вам? Ну, 10 октября только принялся. Ну, где находится, где? В командировке. Вам зачем это все знать-то? Я знать не знаю, кто вы такие. Да мало ли вас тут из полиции. Под именем полиции такое творят, что... Вам зачем знать это? Зачем вам знать это? Вам ответили, что после 10 октября тогда можно будет разговаривать с ним.
Вот залезли в сенки и стоят там. Что там делают? Он приоткрыл двери обратно. Из полиции назвались. Там машина какая-то крутится. Это бабушку высадили. Так и стоят. Позвонил сейчас я Сергею. Я говорю, Севастьяну не могу дозвониться. Сколько времени стоят, звонят что-то. Что-то же им надо тут. Вот они ходят что-то. Главное, дождь идет. По дождю ходят. Опять возвращаются. Пойдут, потом опять назад. Все, какое дело. Непонятно, что ждут. Стучат в двери, пойдут. Окна вокруг, который раз, и опять возвращаются. Дождь идет там. Мокнут
скрылись под крышей и долго стояли внутри. Толкутся, рядом не выходят. Стучат в окна. Видно, что там вода, ветер дует, дождь идет. Один он встал под окном, там, другой с той стороны. Трое. Наверное, еще подмогу вызывать будут. Под окнами торчат. Сегодня пятница, 25 мая 2018 года. Сейчас уже 10 часов 45 минут барнаульского времени. Пришли на Ползунова 6. Что-то же надо под окнами.
Вот под окнами они стоят. 45 минут 11 утра 25 мая 18 года. И видно, что там вода колышется, вон ветер. Подъехала полицейская машина. Это у нас 25 мая 18 года. Какие-то трое тут стучали в окна, в двери. Я Сергею позвонил, Попкову, вот он вызвал. Там написано ППС или что-то такое. Сейчас 11 часов ровно. В 11 часов утра. Ну, они минут, наверное, 40 тут стучались. Трое молодые. Двое что-то черное одето, а один что-то футболка или что. Потом черная машина подъехала, не такая, не милицейская. И они сели, уехали. Тут дождь идет. Ну, видно, что тут вода. Вот она. Ветер дует, и вода. Вот. Хорошо, что хоть видать. Что надо, ничего не известно. Стали говорить. Я говорю, ну а кто вы такие, откуда? Ну, баба Маша нас послала, Ползунова 6. Ну что она сказала, кого ищете? Это они не могут ни фамилию, ничего не звать. Представь себе, открывай. Я сказал, человека этого не ищите до 10 октября. А где он? Вам зачем это знать, когда вы сами не говорите, кто вы есть? Это что-то какая-то чья-то жалоба тут, потому что надоедаем, мы кому-то говорим, а ничего нету. В прошлый раз подъехала машина, там жалоба была из Пензы или где, что вы там что-то экстремистские выражения. Какие? Где? Ну, а вот такой показывает ролик. Да его нет ролика этого совсем. А что там о буддистах было сказано, что это такое с нечистой силой связано, сатанинское. Да это, я говорю, там 9 или 5 года еще, 100 с лишним лет назад, статья была митрополита, я перепечатал ее, ну и какая разница? Того человека нет. Что, где-то изменилось, а на кого-то ничего нету. Ну, то есть преступность в стране буквально все заваливает везде. Вот рядом вот по забору показываю, у него ушел он. Пенсионер за хлебом. Приходит домой, а бабка уже зарезанная лежит. Зарезали. Ходили, искали, никого нигде нет. Ну кто, наркоман я. А тут что-то нужно им. Что нужно, не знаю. Позвонил адвокату своему. Ответа нет. Видимо, заседание какое-то идет. Господь допускает, чтобы не дремать. А то сижу, занимаюсь, да и дрема нападает. А тут и дремы нету. Все. Все записываю, смотрю. Помолитесь там, тут какие-то трое к нам стучатся. Сейчас вон полиция подъехала. Уже минут 40 колотятся в дверь. Помолитесь там.
В дом, прямо в дом. Заходили в сенки, но тут закрыто. Вон полиция дверь открывает, я записываю. Помолитесь там. Полиция подъехала. Тут трое минут 40 колотились, а сейчас 11 часов 4 минуты утра. Ну, до обеда. Сергею позвонил Павлович, он полицию, говорю, вызови, там узнай, что это за люди. Не называются, кто такие. От какой-то бабы Маши. Ну, да баба Маша-то кому-то послала вас, не называют, не знают, не знают. Ну, тут что-то какая-то провокация. В прошлый раз также полиция была, и вот на вас жалоба была, там экстремистские материалы. Какие? Где? Я говорю, по экстремизму у меня всегда милиция тогда была, вызывали, я у них проповеди говорил. В полном смысле экстремист, вот выступал доктор юридических наук, это верующие, все экстремисты. Это почему? Если с чем-то я не согласен с другим там, с сектантом каким. Все. Говори. Ну, служба, но? Ну, ты с ними переговори. Ко мне только не ломитесь, я не открою. Скажи, вот такое, четверо человек было. Переговори с ними. Что, скажи, им надо? Ну да, что от вас скажи, нет, они потом давай говорить, что из полиции. Потом-то стали говорить, полиция прикрывается. Я говорю, да мало ли еще называйтесь. Вон она, наверное, уехала, полиция. Ну, она уехала, она посмотрела, никого нет. Они туда внутрь заходили, нет? Нет, не заходили. Они даже не вышли, дождь идет. А как же так? Подъехали, не знаю. А человек тут, может быть, мертвый лежит. Да какая, как это так? Да, даже не открыли машину. Вон какая-то подходит еще, подожди-ка. А вот черная машина, не они? Не знаю, проехала. Вот такая же, точно такая же. Да, ну не она, но такая, которая трое в нее сели. Когда они вышли, что я не видел же. Когда застучали, я тогда подключил. На камеры-то можете посмотреть? Ну что там посмотреть-то, боком стоит-то. Как бы номером стоял, а то издалека. Не видно, никак не видно. Ну далеко там мелочи. Если я ближе приближаюсь, оно темнеет все, туманное. А что, полиция уехала, я подъехал, Ну что делать? Ничего не делать, раз нету, так ничего, благодарю. А что, заходи, ты не, сюда не заходи. Вот так. Ну вот они побыли, уехали. Эти приехали полиция, даже не вышли из машины. На улице постояли, ну дождь, ему зачем штиблеты мочить? Это не годится никуда. По вызову, главное, из машины даже не вышли, я должен быть, а я не могу. Я раненый лежу или что-то. Совсем непонятно. Совсем даже не вышли, даже в ограду не зашли. Как это полиция? Так, а вот эти были, они везде во все окна, и там в тамбур в церкви заглядывали везде. Эти-то были ну, любопытные, но не молоденькие. А тут, может быть, уже не молодые. Не знаю еще дальше. Нет, никого нету. Я знал, ну куда? Уже один. Целый час прошел с того времени-то. Все они будут стоять. Они и так уходили, выходили, уходили. Ноль два, да у меня нету этого телефона-то, как с мобильного-то, какой 02? Мобильного 102. А, впереди надо один поставить, да? Да. И пожарную также один впереди. Да, да. Вот. 300, 400, 101. Все, благодарю. Ну, с Богом, с Богом. Приглядывайся там.